В одной из ваших книг вы упомянули о том, что любое преступление, да, в данном случае вот мы говорим о грехе, оно совершается в голове. То есть как только человек уже что-то задумал, как только мысль посетила, то это уже случилось. Как бороться с мыслями? В поступках можно себя сдержать, а вот здесь что делать? Ну, недаром вот такая борьба со страстями именуется у святых отцов мысленной бранью. Побеждать нужно еще на уровне мысли. Как бороться? Боремся мы все только одним способом. Обращение к Богу. Вот мне пришла мысль, ой, Господи, останови меня, помоги. Господь, всегда такого случая еще в истории не бывало, чтобы человек, прося у Бога помощи, удержаться от греха, чтобы Господь не послал ему благодать, которая его от этого удержит. Что мешает? Ну, человек бывает забывает об этом, а бывает не хочет. Вот грех настолько его влечет, что он не может заставить себя помолиться Богу. Останови меня. Любой пьяница, если бы обратился к Богу, сказал, Господи, ну, такая жажда выпить, ну, ты всемогущий, ты меня останови в этом. И Господь так устроит, что ничего не выйдет.